каждый день пропадает новый ребенок. Маркус! Маркус! Что это? Ты слышишь? Странный звук. Языческое божество, прародитель демонов и пожиратель душ. Если услышишь его мысли или увидишь знаки, спасения нет. Он коллекционирует отчаяние и ужас. Как его остановить? Он питается детскими страхами и кошмарами. И чтобы остановить его, нужно встретиться с его кошмарами. «Синистер. Начало». В кино с 27 апреля.